Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с лысым Евгеном мы будем продолжать нашу рубрику «Импровизация». Импровизация в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет, и эта серия, знаете, выходит только благодаря вам, потому что вы много лайков поставили. Да, да, конечно, я вам всегда в каждой серии говорю, вот поставил лайк, тогда молодец, не поставил лайк, тогда засранец. Вот именно. Вот, а еще также я к Жеке ходил, вот. Ходил я к тебе? Ходил. И что там было? Что-то... Что там было. Поэтому вы также сходите, как я ходил, и посмотрите, что там. Ой, только никому не рассказывайте. А я предлагаю начать. Поехали! Надевай, включай. В общем, Евген, как я его называю, лысая карлица. Да. Лысая. Я не знаю, зачем он вообще побрился вот тут на лысо. Я не знаю, карлица, лысая. Но это не важно. Хотя, почему это не важно? Это важно, как раз таки весь сюжет будет на этом завязан. Бери его в ручонку. Я могу играть. Да. И не ори, не надо. Я тебе уже вторую серию говорю, чтобы ты не орал. Ну я понял, ты пальцем меня тыкаешь, ты поиграй. Не ори, мать твою, вторую серию. Ай-яй-яй-яй. А мне нужно громкость поменьше сделать. Поменьше, да. Я не могу, я пытаюсь. Нормально попытаюсь. Вдохни. Не умеет дышать. Хорошо, иди туда. Я просто не понимаю, я громко говорю или нет. Очень. Прямо орешь, как нормально, резанный. Резанный орешь. Орешь, как резанный. Не надо. Ножик. Не надо. Не надо меня обрезать! Я хочу жить! Это ты как резал. Я могу идти? Да, ладно, не важно. Заходи. Я понял. Это халупа твоя. Это мой батя. Батя твой. Да? Да. Здорово, батя. Здорово. У меня батя не седой. Но у меня нет усов. Это будущее. Это в будущем? В будущем, да. А это мать твоя, мамка. Что, это эклеры с говном. Господи, как он мамку называет. Мне жалко. Нет? Это женщина, которая тебя родила. Ты говори понятнее. Бла-бла-бла. Самый ценный человек в твоей жизни. Мамулька твоя. Мамусюнька. Я не понимаю вообще. Даже ни капельки. Мамамулечка. Потому что. Мамамулечка. Потому. Мамка. Мама. 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 Это не эклеры с говном, это мама. Мама? А это мама. Да, это не эклеры с говном. Это не мама? Это не эклеры с говном, это мама. Мама придет. Я не знаю, что у вас там терки с мамой, но это не эклер с говном, это мама. Мне идти? Поздоровайся хотя бы с мамой. Это мои футболки. Конечно, футболки. Мама твоя! А, вот мама! Гладит! Здорово, мама! Гладит! Стирает! А ты... Она стирает мои футболки! Скот неблагодарный! Сказал хотя бы спасибо один Она раз. Стирает мои футболки. Ой, гладит мои футболки! А ты неблагодарная сволочь, понимаешь? Сволота неблагодарная. Да, мама хорошая. Ты еще тот засранец. А мама не должна гладить. Засранец. Я должен сам сгладить. Нет, ты засранец. Я должен сам сгладить. Согласны? Засранец еще тот, да. Но мама любит меня, поэтому она будет гладить. Ты хотя бы маме спасибо скажи. Жалко маму. Спасибо скажи. Спасибо, мама. Молодец. Засранец. Короче... Иди туда. Бухло! Это не твое. Это батина, да? Это батина. Мне нельзя. Тебе нельзя, ты еще молокосос. Жалко. Мама спагетти приготовила. Перчики. Спагетти приготовила, мама. Привет, твои подписчики. Мама. Мама на ужин спагетти приготовила. Мама любит перчики. Я знаю, что твоя мама меня любит. А, ну хорошо. Ты не против? Что? Не против? Что буду? Что? Я тоже... Я не люблю перчики. Я тоже маму твою Они люблю. Острые. Но мама твоя же любит перчики. Я ее люблю. Хорошо. Всем сердцем. Хорошо. Тебя понимаю, да. А, то есть ты не против? А? Не против? Типа, ну... Можно. А, можно! Я не понимаю, с чем я соглашаюсь. Ну хорошо. Раз у нас идет диалог, значит все хорошо. Я потом пересмотрю. Если что-то запретное, то я тебя как бы вот там... Не надо, не смотри. Так ты меня обозвал, да? Нет. Ну да. Нет. Пересмотри. Если что, это неправда. Я не знаю что, но неправда. Ты дал мне разрешение свое. Что делать, я не понимаю. Мама спагетти приготовила. Не надо маму. Мне реально послышалось. Мама приготовила спагетти. Спагетти! Мама мия пампалалия! Итальянская еда! Я раздал! Ты пришел домой голодный!
А у меня живот болит, я есть хочу. Да. Я есть хочу. А мама приготовила, мама. Мне жрать? Нет. Мама. Приготовила. Мама хочет есть. Ты хочешь есть? Я хочу есть. А мама приготовила. Молодец. Вот мама еда приготовила. А что мама приготовила? Спагетти. Остановитесь. Спагетти. Нужно знать меру. Спагетти, мама. Белиссимо, вкусная еда. Какая? А вкусная еда. А какая? Спасибо, мама. А какая еда? А где еда? Вот еда. Спагетти. А, перфекто. Мама мия помпалалия. Помпалалия. Помпалалия, да. Мама приготовила спагетти. Спагетти. Мам спагетти, мамин спагетти. Моя мама большие сиськи. Спагетти, я в курсе, но нет. Я в этом отказываюсь участвовать. Ты дурак. Спагетти. Ты это надо вырезать. Ты это добро... Спагетти. Дебил. Какие сиськи. Ну ты так показываешь. Такой, говоришь, мама, и вот так, что это? Тарелка. Миска. Я миску показываю, а не сиськи большие. Миска. Тарелка. А, и с едой тарелка. Да. Много еды. Нет, не сиськи, тарелка. Все, я понял. Фиг и бавит. Ну мало ли, может вообще псих. Что в тарелке? Буду жрать. Спагетти. Эклеры. Берешь, наматываешь. Наматываю спагетти. Спагетти! Ура! Аллилуйя! Вот. Спагетти! Спагетти. Я 5 минут... Карбонара. 5 минут объясняю, что это спагетти. 5 минут, чтобы съесть спагетти. Я уже объясняю, что это спагетти. Я должен сейчас есть спагетти. Нет, я объясняю 5 минут. Что ты это спагетти? Ты мне даешь 5 минут, чтобы я съел спагетти. Нет, это ты мне дал 5 минут, чтобы я объяснил. Я тебе даю 5 минут. Но я 5 минут уже прошло, я уже объяснил. Я не понимаю. Дебил. Ешь спагетти. Садиться. Эклер с говном будешь, как ты сказал? Папа тоже хочет есть. Будешь эклер с говном? Эклер с говном. Будешь? Нет. Пожалуйста. Не хочу. Ну съешь. Ну всего лишь один. Но я уверен, он вкусный. Мама сказала то, что он... Я буду держаться до последнего. Он очень сладкий. Съешь, пожалуйста. А? Спагетти. Спагетти. Будешь? Спагетти. Будешь? Буду. Хренач. Давай. Но... Жека. Но не все так просто, как ты думаешь. Мама сделала ужин, но родители хотят с тобой очень серьезно поговорить. Я хочу кушать. Нет. Не хочу, я наелся. Папа. Мама. Серьезный разговор. Не разрешай мне есть. Серьезный разговор. Бла-бла-бла-бла-бла. Папа. Бла-бла. А, папа? Бла! Ма! Бла! Брат! Бла! Брак! Бла! Бла-бла-бла! Разговор! Слова! А, рот! Ну, слова! Есть! Разговор! Я не понимаю! Разговор! Спагетти! Смотри! Ты и я! Что мы делаем? Бла-б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 ла
папой. И с мамой. И с мамой. Серьезный разговор. Серьезный. Но папа не хочет. Мама не хочет. Бла-бла-бла-бла-бла. Что? Разговор. 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 Какой? Какой разговор? Серьезный. А. Серьезный. Серьезный. Серьезный разговор. Серьезный разговор. Да, серьезный окей, разговор. Знаешь почему? Да, начнем. Знаешь почему? Ты типа мой папа, да? Нет. Никогда в жизни. Нет, не хочу такого сына. Не в обиду, Жека. Но я лучшего себе. А чего он молчит-то? Он же хотел серьезно поговорить. Знаешь почему? Они... Подожди, подожди секунду. Так как ты стал лысой карлицей, родители от тебя отказываются. Ты мне говоришь? Отказываются от тебя, потому что ты на лысо побрился. Зачем? Папа говорит мне, что я дебил. Да. Да? Да. Отлично. Зачем ты на лысо побрился? Зачем я съел говно? Придурок. Придурок. Кого? Сейчас мы его обманем, скажем, что нужно вынести мусор, а на самом деле его просто мама из дома выгоняет. Короче, забей, забей. Ты дебил, ты на лысо побрился, вообще непонятно зачем. А, ну, нужно вынести мусор. Мама просит вынести мусор. Та-та-та! Вынес. Папа уходит из дома! Не, мусор! Кто уходит? Мусор! Подожди, вот. А, я ухожу из дома и забираю не, еду! Не-не-не-не-не. Мама просит, мама,
Мама. Бросит тебя. Она хочет, чтобы я. Да. Вынес мусор. 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 Типа. Помыл посуду. Съел перчики. Мусор. Набухался. Мусор. Мусор. Я не знаю, как тебе. Пульт. Мусор. Мужа. Мужа. Сар. Мужа. Сар. Му. С. С. Мужаз. Мужаз. Му. У. М. Ам. Дебил, дебил. Мусор. Мужа. Какого мужа, мать твою? Ты говоришь мужа. Ты мужа хочешь, если ты хочешь мужа, это не мои сейчас проблемы. Я вообще не понимаю. Мусор. Я вижу мужа. М. М. У. У. С. Са. С. Мус. О. Мусо. А, мусор вынести! Мусор вынести! А ты говоришь муша! Я говорю мусор! Какой муж? Мужа! Это мусор! Ты говоришь муша! Где мусор? Где он? Я знаю. Нет, тут. Без разницы, ну, вот это там. А это мусор? Это мои вещи! Выноси мусор! Что мне уходить? Да. Мама нахрен его из дома выгоняет, за то, что он такой проказник. Да. Это ты! Это твой новый друг. Это Петя. Кто это? Петя. Ты перед ним мыло ронять будешь. Я не понимаю. Поймешь со временем. Я пойму. Поймешь со временем. Я пойму. Когда пару раз... Когда мыло уронишь. Это ты. Это Петя. Ма... Петя. Маня. Петя. Петя. Паня. Петя. Ваня. Петя. Маша. Петя. Не понимаю. Петя. Петро! Петро! Петух! Петя! 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 Они позвали Петя! Петя! Ага, Петя! Друг твой новый! Ой, Петя, твою мать! Друг твой новый! Это мой друг! Новый! Здорово, братан! Мусор! Мусор! Где мусор? Мусор! Нужно мусор! Он мусор! Его нужно выкинуть! Твой мусор где? Ты должен мусор выкинуть! Я его выкидываю! Мусор. Он мусор. Ты вообще тупой, тупой. Мне мама сказала выкинуть мусор. Тупой тупица, да. Он похож на мусор. Но учитывая то, что ты ничего не слышишь. Я дебил. Я тебя обманул, я это знаю. Ты выкидываешь не мусор, а свои шмотки. Тебя родаки из дома выгнали. Все, ты бомж. Бомжиха. Я бомж. Ты бомжиха сразу. А он бомж. Да. И ты тоже. Ну все, нахрен его. Вот именно, нахрен его из хаты. Мама выгнала за то, что он побрился. Никогда не брейтесь на лысо по сторонам. Вас тоже из дома выгонят. Да? Да. Вот и он. Нет, говорит... нет. Вот именно, никогда а нет. Что, да? Никогда не брейтесь. Никогда, никогда. Никогда. Будете как этот, как эта лысая карлица, которая также сейчас махает со мной пальцем. Вот слева от меня. Никогда не делай. Я заколебался мотать пальцем. Вот именно. Короче, снимай наушники свои, снимай. Снимай. Снимать? Ты вообще странный человек. Я не знаю, что ты говоришь. Мы сейчас с тобой 30 секунд махали пальцами, я говорю, никогда не делайте так, как Жека. Он плохой человек. И такой, да. А ты вообще понимаешь, что произошло? Ты пришел домой, мама приготовила спагетти. Ну. Потом у вас был серьезный разговор. Да? Они тебя выгнали из дома, ты собрал свои шмотки, ты стал бомжом из-за того, ты то, сказал, что... Ты сказал, мне мама сказала выкинуть мусор. Я тебя обманул. Ты просто ничего не слышишь. На самом деле ты выносил свои шмотки, а не мусор. Ты сейчас бомж. А знаешь из-за чего? А знаешь из-за чего? Потому что они не хотят видеть такого сына. У них больше не сына, а лысая карлица, понимаешь? Моей маме понравилась прическа. Не понравилась, так она же тебя из дома выгнала. Она мне звонила сегодня, говорила, что понравилось. Так что а почему ты бомжом стал, если ей понравилась прическа? Да это не бомж, это просто... Ой, я как гулять пошел, просто на улице. Мама тебе не звонила. Ну, у меня с его мамой отдельные разговоры еще. Ты потом пересмотри, что там было. Чего? Это не вставляй. Хорошо, хорошо. А в общем, я предлагаю на этом закончить уже эту серию. Не надо смеяться. Что мы вам предлагаем? Если вам нравятся подобные серии, то мы вам предлагаем ставить огромнейшие пальцы вверх. Вот кто поставил, молодец. Кто не поставил, лысая карлица. Согласен?
Вот именно! Да, нужно ставить большие пальцы вверх, как только мы наберем нужное количество под двумя видосами, сразу выйдет новая серия. Да, да, да. Также можете посмотреть, кем я являлся в его серии. Там тоже ужасные вещи я творил. Прям не знаю. Мне кажется, не ужаснее, чем я. Не ужаснее, точно не ужаснее. А в общем, писка-подписка, как вы уже все понимаете. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.